Здравствуйте! В эфире обзор прессы. Как обычно, мы расскажем о самых важных публикациях прошедшей недели. Республике выделено более 180 миллионов рублей федеральных субсидий на реализацию проекта «Этническая Чувашия». Еще 26 миллионов софинансирования из регионального бюджета. Об этом пишет газета «Советская Чувашия». Глава региона Михаил Игнатьев сообщил, что эти средства будут направлены на завершение строительства автодороги в этнокультурном комплексе «Амазония», который является частью проекта «Этническая Чувашия», и на реконструкцию первого этапа Московской набережной города Чебоксары. Глава республики поручил руководителям органов власти, администрации города Чебоксары, четко отслеживать деятельность резидентов, скрупулезно подходить к срокам освоения всех бюджетных средств. Отмечу еще один материал «Советской Чувашии». Газета рассказывает о программном документе, который на своем съезде приняла партия «Единая Россия». Глава государства, посетивший съезд, призвал партийцев сосредоточиться на ключевых направлениях и прорывных проектах, которые обеспечат динамичное развитие страны и благополучие граждан. На съезде было затронуто много проблемных моментов, отмечает издание. Это вопросы ЖКХ, капитального ремонта, ремонта дорог, кадровой политики в здравоохранении. Работа «Единой России» в Чувашии, отметил глава города Чебоксары Леонид Черкесов, основана на постоянных встречах с избирателями, сборе их предложений и замечаний. Нужно думать, какие вопросы решать на федеральном уровне, а какие на региональном и муниципальном. Если какой-то из них не получается решить сразу, важно брать его на контроль и учитывать при утверждении бюджета. На этой неделе начала работать новая поликлиника в Чебоксарах, сообщают «Аргументы и факты» в Чувашии. Жители микрорайона Садовой этого очень ждали. В одном здании расположились и детское, и взрослое отделение. Сейчас здесь работают терапевты, педиатры, специалисты физиотерапии. В скором будущем здесь откроется стоматология. Медицинскую тему продолжает газета «Грани» и рассказывает о том, что в Новочебоксарске возобновил работу «Сосудистый патруль». В этот раз мобильная бригада врачей работала на территории школы номер 12. Жители города могли проверить артериальное давление, уровень сахара в крови, пройти маммографию и получить консультацию педиатра, терапевта, стоматолога. 4 июля в акции принимала участие министр здравоохранения Чувашии Алла Самойлова, пишут «Грани». И новочебоксарцы на месте могли решить вопросы, касающиеся медицинского обслуживания. Впрочем, задать вопрос министру здравоохранения новочебоксарцы смогут и 12 июля. С 11 до 13 часов в редакции газеты состоится горячая линия с Аллой Самойловой. Телефон 73 31 50. Чувашии по восстановлению заброшенных объектов культурного наследия будут привлекать предпринимателей. В региональном министерстве культуры российской газете рассказали, что здания в аренду будут сдавать на 49 лет. При этом стоимость аренды составит всего 1 рубль в год. Правда, столь выгодные условия налагают на арендаторов и определенные обязательства, главное из которых – восстановить памятник в течение 7 лет. Если условия не будут выполнены, договор расторгнут. Газета «Чебоксарские новости» рассказывает о модернизации школьных спортивных площадок и вспоминает слова главы республики Михаила Игнатьева. Он, в частности, отметил, что по программе в школах проходит 3 урока физкультуры в неделю. Этот ресурс необходимо использовать в полной мере для приобщения детей к здоровому образу жизни. С 2012 года в столице Чувашии обновили 34 пришкольных стадиона. В 2016 такую возможность получили еще 5 общеобразовательных учреждений. В этом году на эти цели из городского бюджета выделено 9 миллионов рублей. Новыми современными тренажерами и игровыми комплексами обзаведутся и детские оздоровительные лагеря. Журналисты газеты «АллатРские вести» радуются за своих юных земляков из Чуварлейской школы. Ребята из военно-патриотического клуба «Росич» вернулись с победой с финальных игр юноармейского движения «Зорница и Орленок». В течение 4 конкурсных дней более 800 юношей и девушек со всей Чувашии сдавали зачеты по преодолению естественной полосы препятствий, строевой подготовке, стрельбе из пневматической винтовки, умению организовать быт в полевых условиях и многим другим дисциплинам. Алатырские ребята отлично показали себя в конкурсе «Командир шагает впереди» в беге на 1000 и 100 метров.
На сегодня это все. Обзор прессы следит за развитием событий. Увидимся через неделю.